тиха Гефсиманская. Только молит Христос укрепить. И борьба непомерно гигантская готова Иисуса сломить. Пот, как капли крови, растекается. Взять грех мира и жертвою быть. Сына Божья душа ужасается, но один только путь, чтобы мир искупить. Еще прежде веков мироздания знает он, уплатить за грех можно лишь полнотою страдания, испытав самому за всех. И нуждаясь в молитвенной помощи, обращаясь к друзьям, говорит: «Бодрствуйте, бодр дух, но плоть немощна. Если спите, то дьявол сразит». Вот и шум издали приближается, палки, колья и страшные тени. Это смерти гроза надвигается на Иисуса, вождя спасения. Что-то ищут, идут, спотыкаются. Тень Иуды в толпе мельтешит, но Сын Божий толпы не пугается. «Я Христос», палачам говорит. И напали, вцепились, как хищники, крутят руки, срывают хитон. Впереди фарисеи и книжники повели его в Синедрион. И стоит перед первосвященником, кто над Лазарем чудо вершил, кто больных исцелял и стал пленником не людей, а врага темных сил. И сплелись в поединке решающем беззаконие, грех и кроткий Христос, о толпе во злобе раздирающей на Голгофу он крест свой принес. Умертвить под небесными сводами мысль вдохнул сатана у креста, и все силы царя преисподнего налегли на Иисуса Христа. Вышел Понтий Пилат и промолвил: «Он ведь царь ваш! Не вижу вины. Царь наш кесарь, и мы им довольны. А Христа Иисуса распни». И на Пасху, как в день знаменательный, Пилат хочет Христа отпустить. Но толпа во злобе бессознательной лишь Варавву желает простить. Положили, прибили, подняли и кричали: «Сойди со креста!» Двух разбойников рядом распяли, но он терпит безмолвны уста. И, страдая невинно, не сетует, лишь возносит моленье Отцу: «О, прости им, не знают, что ведают». А они бьют его по лицу.
и убили, исполнив Писание, зависть сыта, развеется миф, но закрыты их очи к познанию, что воскреснет, и будет он жив. Смерть в объятиях его держала. Но гигантские силы малы. Ад, победа где? Смерть, где жало? Грех, попраны твои кандалы. Непорочен он, чист, но как грешный был с грехом мира отождествлен. Ад глумился, противник лютейший ликовал преисподний трон. Почему песнь поют мириады? Кто был жертвой, сошедшей с небес? Чем победа свершилась над адом? Воскресеньем Христос наш воскрес. Он воскрес, и теперь через веру, кто спасение хочет принять, он открыл христианскую эру, где спасает его благодать.